Доброе утро! Сегодня 1 января 2017 года. И мы с Ивуськой вышли на прогулку и сделать еще доброе дело решили. Пособирать мусор после всяких этих наших ракет тут. Мы, конечно, не взрывали. Мы с детками дома были, только в окошко смотрели, как другие все тут хлопали, взрывали. Посмотрите, как много мусора остается после новогодней ночи даже в Финляндии на улице. Да, очень много. И нету культуры такой, вот как-то это вот как бы нечто нормальное, когда люди, которые это же все взрывали, все это оставили и не убрали за собой. И потом просто обычные люди, проходящие, вон на поле много желтых бумажек. Все это остатки новогодней роскоши. Вот. То есть прохожие люди, кто-то либо собирает, проходит. Я не раз видела, когда какие-нибудь женщины собирают, проходят и с кулечками. Ну и мы решили с Евочкой сегодня потрудиться. Она очень любит работать и поубирать около нашего дома весь этот мусор. Такое хорошее, красивое морозное утро. Ну, даже не утро, а день уже. Мы сегодня проснулись поздно и вышли на улицу тоже поздно. Вот как это прям... Целый старбаковский стакан прям. Ну все, будем работать, а то я не могу с одной рукой ни работать, ни снимать. Ну вот, мы собрали мусор буквально только с этого нашего угла, который вот рядом с нашим домом. Целых 3 сумки, 3 коробки, тяжелые, мокрый, плотный картон, тяжелый. Вон моя Ева ходит. Вон моя Ева ходит еще. Яма, да. Смотри, какашки там. Аккуратно. Да, кстати, когда собираем такой мусор или вообще выходим на травку, главное не подорваться на вот таком вот, на такой мини. Самушка называет это какаш. Собачкина какаш. Этого добра здесь просто немерено на любой травке общественной. Вот, вон производитель этих какашей идет, маленький и беленький. В основном это все не собирается. Редко, когда люди, кто собирает за своими собачками. Вот. Да, вон моя Ева пошла путешественница по полю. Евочка, ноги себе не порань. Там такие глыбы, легко можно коленки себе разбить. Это наш дом. Вот это мы перед нашим домом собирали. А вот здесь, через пустырек, бывший наш дом. И в этом доме сейчас живут Томины родители. Вон в тех окнах. Вон там. А наша квартира была с этой стороны, ну, с той стороны окна, а не с этой. Вот так. И что еще смешно, первый наш дом, когда я только переехала в Финляндию, буквально вот он, как раз самый крайний, самый правый. Дом. Это частные квартиры там, частных людей. Вот так вот. Вот такой у нас пустырек. Вон наши производители какашей бегают тут уже. Попросыпались к обеду. Вот такой у нас пустырь. Много поля и 3 пустыря вокруг, рядышком с нашим домом. И вот очень много места для всяких ракет и всего. А вот там это садик и позади него школа. Они соединены между собой. Садик очень большой, новый. Школа тоже очень красивая. Ну, будем прощаться. Клип уже длинный получился. Пока-пока.